В каких птиц-то? В Angry Birds, как-то так, Angry Birds, блядь. Там типа красная птица, еще какая-то уебищная птица. И эти долбоебы такие сидят и играют. Я помню, когда в Москву что-то ездил, закупался там. Закупился, еду обратно. И рядом со мной сидит долбоеб. И прикинь, долбоеб, который это сидит, это, блядь, в змейку играет. А, не в змейку, там трубы, короче, блядь, водопроводчика, прикинь. Трубы, блядь, всякие там прокладывают, сука, я смотрю, блядь. Причем пацан эти, как-то мода пошла, хипстеры, знаешь, эти, блядь, очки без этих, без оправы. Ой, без этих, без стекол, знаешь такую хуйню? Знаешь такую тему? Очки такие, яркая одежда, блядь, ебучая. Да, типа LFMO. Так вот, это такие уёбки, блядь, это пиздец, я не знаю. Охуеть. А как там в LFMO поется? Да, патерлоки попоют, блядь. И танцуют, да, блядь. Да ладно, весюлька пиздец нам нах. Может, это, бля, весюлька, короче, стала. Знаешь, как половые губы, блядь, огромные. Блядь, пиздец, посмотри, кто у нас на низ пошел. Ну, хуй. Да, СФ пусть по солу. Блядь, пиздец, на топ. Чё член со временем? Не, он, кстати, уменьшается вообще-то. У стариков, блядь, ты уменьшается. Залупу деда смотришь. Так может это у деда-то залупа одна осталась, блядь? Ну понятно. Это тебе надо к этому, блядь. Гинеколог. Чтобы отрегулировал ее висюльку. Висюлька? Чё за болезнь? Ой. Так. Ну так чё, в Украину поедем? Кому? Кому? А как же Глеб? Так он живет где там? Севастополь, Киев, бля. Это как раз с тобой это обо. Нет, одного и топ-геймер. Я думаю, будет. А чё, мы, блядь, прям разрушим там все, что ли? Не, ну поржём, если у него там висюлька над ним. Блядь, ебать, она застанила, сука. Но я там ничего не мог сделать. Не-не-не, не Алхим, а этот. Мирана, блядь, стрелой пиздато попала. Не, Алхим пиздатый, слушай. В доте, блядь, два пиздец, у него стан просто жесть. Не то, что в первой, блядь. А в первой также, да, сейчас кастуется?
Вот, ну, блядь, раньше. Чего? Да, я видел. Да там мало чего изменили вообще, голяк. Да, я знаю, транквилы, все там это увеличили, косты. Так, альц. Че там? Чего хилить? А, вот этот ботинок, что ли? Ну, печаль. Блять, Смирана, стрелой попади, блять, в него. Ёб твою мать, куда ты, блин, каешься? Иисусе, господи. Пиздец. Да, она хотела, блядь, под вышку блинкнуться и сдохнуть там. Шу жопа, блядь. Пиздец. Охуеть, пот. Так, ладно, не пот. Не, хохлу, надо это, блядь, только совершеннолетних тарабанить, естественно. Несовершеннолетних. Вон там, кстати, в Америке или где-то, короче, политик какой-то трахнул несовершеннолетнюю, прикинь. Да, и она настучала. Его, блядь, это все пиздец. Ну все, посадят, блядь. Какого-то там чувака, в общем. Пиздец. Да хуй. Это, типа, блядь, педофилия, все дела. Хоть и вон был такой чувак, этот Паренщиков, как там его актер, но он свидел. Это... Ему было 20 лет, блядь. Ой, точнее 40 лет, а его жене 20-ка. Прикинь, получается, ему 20 лет, и он в один год ебал ее. Когда ей было, блядь. Ой, охуеть. На 20 лет разница, прикинь, муж и жена. Это пиздец, как слишком. Бля, не коцаем, не коцаем в пизду. Так. Не, ну здесь, конечно, выиграем, блядь. Так что, у тебя дота на ультра идет? Нормально графика? Но синие экраны. Никакой оперативки. Ты винду переустанавливал? Так, блядь, а чё ты не переустановил? Лол. Это может быть, знаешь, из-за чего еще? Из-за блока питания, блядь. Блок... Кого? Какой нахуй пилот? Блок питания такая, блядь, хуйня. Это, из которого все провода, блядь, как кишки. Да. Насколько у тебя блок питания? Вот. А, Уорса и этот? Да, пизди, пизди. Они вообще-то, по идее, должны были на первом левеле его взъебать. На первом левеле они должны были его отпиздить. Так, Бэшка. Принимал его? Блять, блин, кайся там! Все, пизда Леону. На, мудак. На, мудак. Да, зарядил. Да, он максит. А чё? А, без монет. Молодец, пацан. И последний, блядь, нихуя у него атака, слушай, упугнутая. Пиздец. Да, сроки жестко. Блядь, может Мирану убить? Да, этим, салом. Сало один раз накидывай.
Дизайн. Да, действует, наверное. Элла Зори самонет. На бафидере. Проносите фастом. Да где ты пропадал-то, БТР? Щипом сидел? Бля, у тебя красный статус. Я думал, ты зазвездился. Когда... По-моему, ни разу еще игрок в доту не сдыхал. Ну ты... А, ну да. Нервные клетки восстанавливаются все-таки. Ну не знаю, в мои года, блядь, у меня уже сердце, блядь, бобо. Леорик такой, нет! И я такой, знаешь, да, ёпта. Киллинг спир? Такие, почему ж мы Рохана не смогли забрать? Это было видео так. Да ладно. Ну да. Ну да. Да, навряд ли. Ты чё, смеешься? По крайней мере, если у них мало ХПС будет, то я спалю, блядь, пачанов. И все. Вон, пошли, пошли, пошли они туда, слушай. Да. Давай. У меня ничего нет. Сука. А чё у тебя за ник, блядь, привет из Новосиба, ёб твою мать. Мавроди? Господи, блядь. А, он поди это, писал, кто там в Новосибирске живет, блядь. А, или это, свои данные, типа, я живу в Новосибе. Чтобы его не искали в Москве, блядь. А, земляк, земляк, земеля! А, да. Не, шмотки есть пиздатые, кстати. Вот меня пропёр на Алхима. Ты видел, какой шмот? Видел? Там маска, короче, на нем такая, знаешь, этого, блядь, каннибал Лектора. Типа, а, не, не каннибал Лектора, противогаз на нем. Там всякие проводки, блядь, идут. Короче, пиздато выглядит. У Лины ты видел, что с волосами сделали, блядь, огненные типа стали? Прикинь, такая хуйня 1000 рублей стоит, 1000. Да, огненные волосы, блядь, 1000 рублей. Это пиздец. Умираешь? Так ты куришь. Ну, видите. Чё там? Ничего. Геморрой? Ну ты до сих пор пьешь? Ну, 2 раза там в день.
Такие, ну что, Левая, мы Рохана ведь не убили. Да, пойдем, Левьев, отсюда. Не, я... Пизду. Ему пизда-то этот, в обратку, блядь. Ну, Лотар и обратку. Ты в Лотаре врываешься, блядь, там станешь троих, и они же злющие пацаны. Ты включаешь обратку, и они не замечают, и, ну и пиздят тебя. Пиздят, пиздят, пиздец. Вот меня бесит это, когда джиггернауты, блядь, уёбки, крутятся там, они до конца будут. Крутилка, крутилка, блядь. Так, бедная цемка, смотри, без ботинка, блядь. Ты, блядь. Да. Бля. Фидель Байкастро. Так, цему, наверное, вытащит. Или она, знаешь, не знает, как отсюда ливнуть. Во, такая, надо выключать компьютер. А помнишь рекламу раньше Сникерса была? Давным-давно. Вырубай машину. Помнишь, давным-давно, блядь, да-да. Там чувак, типа, играет за компом, мать заходит. Вырубай машину, сука. Ну да. Пришлось попасть. А, это Мирана. Мирана 100% ЕС. Блин, я хотел СФа отпиздить. Да. А? Сейчас я думаю, бля, мне дадут волосы. Ой, блядь, у меня шло у приоритет точно.